Аугусто поехал к какому-то плантатору, к сеньору Сискину. Это насчет выборов, мама. Я так рада видеть вас опять. Ты не представляешь, какая у нас новость. Отцу удалось приобрести дом в Сан-Паулу? Да, дочка, он приобрел дом, купил прекрасный дом. Твой отец сделал большую глупость, но я очень рада. Я понимаю, мама. Скажи, как там Розанна? Как она живет с мужем? Кажется, хорошо. Но твоя сестра приехала с нами. Ей захотелось увидеть сына и забрать его к себе. Правда, мама? Да. Он будет жить у нас с твоим отцом в Сан-Паулу. Почему? Марко Антонио вернул дочь Джулиане. Твоя сестра не хочет, чтобы ее сын, которого она родила от Матео, находился у них в доме. А твой отец пожелал, чтобы его единственный внук был рядом с ним. Я пойду к сестре. Иди ко мне. Иди ко мне, девочка моя. Мама сейчас придет. Успокойся. Поговори с бабушкой. Какая же ты у меня серьезная.